Дальневосточного федерального университета. Самый разгар подготовки к новому сезону в КХЛ. Но игроки «Адмирала» нашли время провести этот мастер-класс. В роли учителей два форварда приморской команды – Александр Горшков и Александр Кузнецов. Первая в расписании – хоккейная разминка. Горжусь, что я увидел. Но это же «Адмирал», это круто. Спорт – это одна из важных частей нашей жизни, потому что спортом надо заниматься, как бы приобщать молодежь, там, детей. Но главный человек на этом занятии – тренер. Американец Брэндон Бави только пришел в «Адмирал». Теперь в приморской команде он отвечает за физподготовку. За его плечами успешная работа с несколькими клубами в НХЛ и КХЛ. Но и с детьми он чувствует себя вполне комфортно. Упражнения для детей я заготовил заранее. Стараюсь не давать чего-то очень сложного. Главное, чтобы они получили от мастер-класса удовольствие. Но надеюсь, что-то полезное они отсюда вынесут. За 40 минут участники мастер-класса успели побегать, выполнили множество упражнений и даже поиграли в салки. Эту игру хоккеисты часто используют в качестве тренировки. Было трудно, но эффективно. И я думаю, что в дальнейшем мне это очень пригодится. Я буду дома заниматься также, по примеру. Я хочу пойти на хоккей, но у меня родители говорят, что не надо еще пока. Для хоккеистов «Адмирала» такие мастер-классы уже традиция. На новый сезон запланирована целая серия подобных занятий, как во Владивостоке, так и на территории Приморского края. Хоккейный клуб уже договорился со школами в Артеме и Уссурийске. Всеволод Крапивин, Олег Буймиструк, «Панорама».